Ну что, сегодня мы поговорим про хаотическую динамику, собственно говоря, продолжим разговор, который был, значит, на прошлом занятии. Вот. Но на самом деле я напомню основные моменты, что мы обсуждали в прошлый раз. Значит, нас интересуют такие системы, в которых траектории бы с близкими начальными условиями экспоненциально разбегались. То есть мы хотим чего-то такого, что вот мы берем два начальных условия, которые расположены близко друг к другу, ждем какое-то время и замечаем, что даже если траектории изначально были на маленьком расстоянии друг от друга, то с течением времени их расстояние ведет себя, ну, примерно как экспонент от времени. Да, можно сказать, что мы ожидаем чего-нибудь в таком роде. Значит, хотим что-то такое, скажем, для всяких начальных условий, допустим, x1 и x2 из нашего фазового пространства. Значит, какие-то начальные условия. Давайте я напишу так, что существует какая-то дельта больше нуля. Что если расстояние, давайте как-нибудь расстояние обозначим, ρ пусть будет, вот x1, x2 было меньше дельты. Давайте я поставлю здесь какие-нибудь нолики, чтобы показать, что это именно начальные условия. Значит, пусть у меня есть два начальных условия, x1 с ноликом, x2 с ноликом, и есть соответствующие траектории. Значит, начальные условия, соответственно, x1 от t, x2 от t – это соответствующие траектории. Значит, вот мы хотим, чтобы, если начальное расстояние были бы не слишком маленькими, то расстояние между соответствующими точками, в которые мы попадаем в момент времени t, было бы, допустим, больше либо равно, чем там константа на экспоненту в степени еще какая-нибудь константа на время. Значит, давайте я скажу, что здесь тоже существует такое c больше нуля, существует такое mu больше нуля. Значит, вот это вот явление, оно и называется явлением динамического хаоса, когда расстояние между начальными условиями быстро, экспоненциально быстро возрастает. Вот. В прошлый раз мы обсуждали примеры систем, которые таким свойством обладают, но мы ничего не доказывали толком. Вот. И в первую очередь говорили, значит, я в прошлый раз показал двойной маятник, динамическую систему механическую, в которой, по крайней мере, если смотреть визуально, мы ничего не считали, но если смотреть визуально, наблюдается явление числительности от начального условия, явление такого типа. Значит, давайте я скажу, что вот это вот называется чувствительность от начального условия. Чувствительность к начальному условию. Экспоненциальное разбегание траекторий. Вот. Значит, допустим, в двойном маятнике наблюдается, по крайней мере, если визуально смотреть, то явно что-то похожее. Ну, а дальше мы перешли к рассмотрению не дифференциальных уравнений, а к рассмотрению того, что называется динамические системы с дискретным временем. То есть, когда у вас
Не то, что есть дифференциальное уравнение, которое описывает динамику, а просто у вас есть дискретные моменты времени, и сказано, как состояние системы в следующий момент времени зависит от состояния в предыдущий момент времени. И сейчас мы продолжим обсуждение такой дискретной динамики, а потом поговорим о том, как эту дискретную динамику реализовать в виде дифференциальных уравнений. И если быть точнее, то я сейчас напомню пару примеров хаотической динамики с дискретным временем, а потом мы поговорим про разностные уравнения. Это как раз пример такой, пример таких систем. Значит, поговорим про то, как реализовывать их в виде дифференциальных уравнений. Значит, и давайте. Примеры в динамических системах с дискретным временем. Значит, самый простой пример, который мы обсуждали в прошлый раз, такой. Значит, у нас есть... Ну, значит, что такое динамическая система с дискретным временем? У нас теперь время t дискретно. Допустим, это просто элемент z. И система описывается так. xt плюс 1 равняется f от xt. Где f — это какая-то функция, которая показывает, как меняется, как устроена наша динамика. И, значит, пример, который мы обсуждали, такой. Это удвоение окружности. Удвоение угла. Значит, этот пример предполагает, что у вас x от t — это на самом деле элемент окружности. Значит, это окружность. И система устроена очень просто. X от t плюс 1 – это есть 2x от t. Вот 1. То есть вы просто удваиваете значение x и берете от него значит, выкидываете все, что больше единицы. Берете остаток определения на единицу. Да, я когда здесь формулировал вот это вот утверждение, я потребовал, чтобы было верно вот это утверждение про экспоненциальное разбегание. Конечно, оно будет верным не всегда, не при всех моментах времени t, а только до тех пор, пока расстояние между точками не станет больше, чем какая-то величина, какая-то дельта. Давайте я напишу так, что вот это вот верно. Значит, пока расстояние меньше дельты. Вот. Давайте посмотрим, что здесь происходит вот в случае такой динамики. Значит, что происходит с маленькими расстояниями под действием такого отображения? Ну, понятно, что если мы взяли две точки, давайте запишем эти точки, например, в двоичной системе счисления для простоты. Значит, x от t. Давайте пусть у меня будет x первое с ноликом. Это будет какое-то число, записанное в двоичной системе счисления. И x второе с ноликом. Допустим, я взял две близкие точки. Тоже все это, тоже в двоичной системе счисления. Вот. И различаются они вот в этом вот символе. Значит, понятно, что если мы сделаем... Значит, понятно, как вот это отображение удвоения действует на такие числа. Значит, когда мы просто удваиваем,
у нас в двоичной записи все сдвигается влево на единицу. Происходит просто такой бинарный сдвиг. И понятно, что через 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, через 10 шагов в момент времени 10, мы получим, сейчас даже кажется не 10, а 9, значит, мы получим вот такую ситуацию. У нас здесь будет 0, 1, а дальше что-то там. А здесь будет 0, 0, а дальше что-то там. То есть различие, которое вот здесь было в 10 знаке после запятой, то есть вот здесь различие, это типа что-то вроде 2 в минус 10, оно с течением времени, буквально за 9 шагов, превращается в различие в первом знаке, то есть в различие где-то порядка 1-2. И понятно, что с каждым шагом у нас расстояние, ну, как минимум удваивается. В какой-то момент оно может стать большим, и после этого оно уже перестанет удваиваться. Но, по крайней мере, маленькие расстояния удваиваются. Вот. Значит, понятно ли, как работает эта штука? Понятно ли, что значит, вот это вот отображение, которое я сейчас записал в такой вот форме, что это действительно пример того, что мы бы хотели бы видеть под названием хаотическая динамика. Значит, что точки, которые были очень близки, значит, они за время порядка... Ну, то есть вот если мы возьмем здесь разницу между двумя точками, то эта разница будет порядка 2 в степени минус номер вот этого первого элемента, где происходит различие. И оно становится большим, оно становится порядка 1-2 в тот момент, через, ну, за то время, пока мы просто сдвигаем вот эту вот штуку сюда. То есть за логарифм вот разницы. Попросту говоря, маленькие расстояния удваиваются каждый раз. Можно вопрос? А вот почему там по модулю единица берется? Ну, это просто означает, что мы отбрасываем, значит, отбрасываем целую часть. Мод 1 – это означает, что мы отбрасываем целую часть. Угу. А зачем это? Ну, потому что я хочу отображение из окружности в окружность. То есть, в принципе, я мог бы вот этого не писать. Но тогда типа на единичной окружности ходим, да? Да. Все, я поняла. Просто если бы я этого не писал бы, то, в принципе, тоже отображение было бы, так сказать, хаотичным, в том смысле, что оно тоже маленькие расстояния бы увеличивало. Минус состоит в том, что тогда у нас все точки стремятся к бесконечности, и это не та динамика, которая нам интересна. Угу. Нам бы хотелось бы, чтобы у нас динамика оставалась бы в какой-то ограниченной области, но при этом траектории бы разбегались. То есть вот интересно именно это явление, потому что если мы просто уходим на бесконечность, ну, это легко придумать систему, там, дифференциальное уравнение, которое таким свойством обладает. Но тогда у нас как бы нет никакой интересной предельной динамики. То есть, ну вот мы ушли на бесконечность, ну и все. В пределе просто все стремится к бесконечности. Это означает, что ни с какой практической точки зрения эта система не может быть там реалистичной моделью чего-нибудь, по крайней мере, в тот момент, когда мы уже ушли куда-то далеко. Потому что, ну, что она будет моделировать? Значит, как правило, если решение системы уходит на бесконечность, это означает, что вы там вышли за пределы применимости вашей модели. Да, если у вас население, ну, есть классическая баечка про то, как люди стали использовать дифференциальное уравнение, помню, я рассказывал или нет, значит, про то, как люди попытались использовать дифференциальное уравнение для того, чтобы замоделировать демографию населения Земли, людей. Вот. И они чудесным образом подогнали параметры простого дифференциального уравнения под имеющиеся данные про население Земли. Выяснили, что в 2050 каком-то году
в пятницу 13 ноября население Земли станет равно бесконечности. Вот, и, ну, потому что там оказалось дифференциальное уравнение, которое обладает свойством ухода на бесконечность за конечное время. Вот, и это была такая статья в Science на эту тему, довольно занятная. И, значит, ну, понятно, что когда это уравнение было написано и было выведено, авторы с долей юмора пишут, что, значит, ну, они там обсуждают мальтузианский рост населения, проблемы, которые ставил Мальтус. Мальтус говорил, что население растет по экспоненте, а ресурсы растут линейно. Не знаю, почему. Я не читал статью Мальтуса, там, по-моему, нет ни одной формулы, но обычно это все ему атрибутируется. Вот, но, значит, у него была такая идея, что население растет по экспоненте, а ресурсы растут линейно, поэтому в какой-то момент начнется голод. И авторы этой статьи в Science написали, что Мальтус был неправ. Человечество умрет не от голода, а оно умрет от давки. Will be squeezed to death. Вот. Но понятно, что это не более чем шутка. Понятно, что никто не предполагал, что произойдет что-то такое. А было понятно, что раз у нас модель предсказывает нам какой-то уход на бесконечность, то это просто означает, что в какой-то момент она перестанет быть применимой к реальным явлениям. И на самом деле так и оказалось. Буквально примерно в то же время, когда вышла эта статья, тот закон, который действительно очень хорошо ложился вот в этот гиперболический рост, он перестал работать. Ну, из-за там всяких разных демографических переходов и всяких разных других причин. И население перестало расти по гиперболе, как оно росло до этого на протяжении нескольких тысяч лет. Вот. В общем, короче говоря, нас не интересует ситуация, когда система уходит на бесконечность, а мы хотим, чтобы система оставалась в какой-то ограниченной области. Поэтому вот здесь я рассматриваю не прямую, а я рассматриваю окружность. Вот. Это можно думать так, что у нас есть отображение как бы вот с окружности, которое где-то нарисовано на плоскости, и x — это у нас просто угол. Но ну, тогда бы я должен был бы здесь, если x — это угол, тогда бы я здесь сделал бы по модулю 2π. Но поскольку мне хочется думать про вот эту вот бинарную интерпретацию, мне проще написать модуль 1. Будем считать, что π равно единице для простоты в этой науке. Вот. Значит, вот такое отображение. Простейший пример хаотического отображения. Оно как бы не очень интересное, потому что с ним все понятно. Но, тем не менее, она дает пример хаотической динамики. Значит, с ним есть некоторая проблема. Если думать про вот это отображение не как отображение с окружности на окружность, а как что-то более близкое нам, например, как про отображение с отрезка на отрезок, то у него будет вот такой график. Значит, это отображение устроено вот таким образом. Минус в том, что оно разрывно. Значит, если думать именно как про отображение отрезка в отрезок, вот эти точки переходят, близкие точки переходят в далекие точки. На окружности они близки друг к другу, а на отрезке они далеки. Давайте задам такой вопрос. Можно ли придумать пример отображения, которое было бы непрерывным, но при этом обладало бы вот таким же свойством? Растягивать, как бы переводить близкие точки с течением времени, переводить близкие точки в далекие. То есть заметьте, что вот это свойство, на самом деле, это свойство такое. Нас интересует довольно локальная вещь. Нас интересует, что происходит с точками, которые находятся близко друг к другу. Мы хотим, чтобы с течением времени, то есть в данном случае мы как бы применяем некоторое отображение к нашей системе, и мы хотим, чтобы
в результате применения этого отображения расстояние между точками все время, допустим, удваивалось. Ну, по крайней мере, до какого-то момента. До того момента, как оно не станет достаточно большим. Можете ли вы придумать какое-нибудь отображение, которое было бы непрерывным и при этом было бы, обладало бы похожим свойством? Может быть, как-то модифицировать вот эту штуку. Значит, я хочу, чтобы у меня близкие точки разбегались. Нет никаких идей. Мы можем взять немного сдвинутый синус, например. Немного сдвинутый синус. Да, это, кстати, неплохая идея с синусом. Но можно даже проще. С синусом там нужно будет. Ну, да. Ну, или модуль сдвинуть. Да. Но модуль не непрерывен. Ну, смотрите, можно на самом деле немножко модифицировать вот эту вот штуку. Так, чтобы сделать ее непрерывной. Но при этом сохранить условия, что все растягивается. С модулем как раз хорошая идея. Ну, вот, допустим, я вот этот кусочек от 0 до 1, 2 оставлю как есть. А второй кусочек хочу модифицировать. Как бы мне модифицировать второй кусочек, чтобы он все растягивал, но при этом отображение по-прежнему все. Но при этом отображение было бы непрерывным. Ну, симметрично относительно второй стороны. Угу. Да, значит, мы хотим, чтобы для любой точки в окрестности точки разбегались. По крайней мере, до тех пор, пока они не станут там, достаточно далеки друг от друга. Ну, окей, на самом деле, может быть. Ну, в общем, да, хотим что-то в таком роде. Да, можно на самом деле сделать вот такую вот штуку. Значит, вот такое отображение – это отображение отрезков себя, которое тоже обладает тем же самым свойством. Значит, про это отображение можно думать так, что вот у вас был отрезок от 0 до 1. Вы его сложили в два раза? И потом растянули? Вот так вот. Значит, и после этого отобразили на себя. Значит, эта штука называется tent map. По-русски, по-моему, так обычно и говорят tent map. Иногда говорят типа палаточное отображение, потому что, ну, tent, потому что вот эта вот штука похожа на такую картинку с палаткой. Вот. И это тоже пример отображения, которое дает нам хаотическую динамику. Потому что, ну вот если думать про него вот таким вот образом, да, если у нас здесь есть какие-то две близкие точки, то, по крайней мере, до тех пор, пока они не попадут вот на этот сгиб, они переходят в, значит, они, расстояние между ними будет увеличиваться. Ну, опять же, да, наверное, это работает там не совсем для всех точек, да, потому что если две точки были, допустим, если у двух точек было маленькое расстояние вот тут, то они переходят просто в одну и ту же точку. И после этого эта точка, никак вы ее не сделаете двумя разными. Вот. Но, тем не менее, значит, по крайней мере, для многих точек вот это вот разбегание, оно работает. Вот.
Значит, но на самом деле все эти отображения, они, конечно, как бы про них хорошо думать, когда мы думаем про то, как, в принципе, реализовать хаотическую динамику, но значит, не совсем понятно, при чем здесь дифференциальное уравнение. Понятно, что такие отображения, ну, их невозможно реализовать там, в виде каких-то дифференциальных уравнений сами по себе. И не совсем понятно, при чем здесь наша исходная история. Но оказывается, что вполне себе даже при чем. Дело в том, что есть связь между дифференциальными уравнениями и динамическими системами, которые задаются вот так вот дискретным временем, динамическими системами дискретным временем. Давайте я про это поговорю. Значит, от дифференциальных уравнений к системам с дискретным временем. Значит, давайте сделаем как бы некоторый шаг назад. Давайте посмотрим на такую штуку. Значит, вот допустим, что у нас есть какая-нибудь замкнутая траектория. Допустим, у меня сейчас есть дифференциальное уравнение x точка равняется v от x. И пусть у меня x от t лежит, допустим, v от 2 для простоты. Ну, на самом деле, то, что я сейчас буду показывать, оно работает в размерности любой, начиная с двух. И пусть у меня есть какая-нибудь замкнутая траектория. А дальше я хочу сделать такую штуку. Значит, вот я знаю, что у меня есть какая-то замкнутая траектория, но больше я пока что ничего про нее не знаю. Является ли она предельным циклом или нет, притягивает, отталкивает, ничего не знаю. Но давайте попробуем рассмотреть вот такую вот штуку. Значит, давайте возьмем, нарисуем такой небольшой отрезочек, который должен не касаться этой замкнутой траектории. И давайте посмотрим, что будет происходить. Вот я возьму какое-нибудь начальное условие на этом отрезочке. И давайте посмотрим, что будет с ним происходить. Если этот отрезок будет близок, если эта точка будет близка к значит, вот этой вот замкнутой траектории, то произойдет примерно следующее. Ну вот она была близка, и дальше она будет как-то жить тоже вблизи этой же самой траектории. Значит, здесь на самом деле я пользуюсь утверждением, которое называется непрерывная зависимость решения от начального условия. Значит, но давайте я сейчас не буду углубляться в теорию, просто скажу, что верно такое утверждение, что если мы подождем, ну, что если у нас были две, значит, было два начальных условия, которые были близки друг к другу, мы подождем какое-то фиксированное время, они остаются близки друг к другу. Это не означает, что вот такого явления не может быть. Значит, и... Сейчас, тут я, кстати, не дописал. Значит, здесь... Ну, вот в таком виде, в котором у меня сейчас это написано, конечно, это не может быть верным, потому что у меня получается, что расстояние просто становится каким-то большим, как бы мгновенно. А утверждение, конечно, не в том, что оно становится большим мгновенно, а в том, что оно экспоненциально быстро растет. То есть вот здесь вот нужно умножить на расстояние от x1 с ноликом до x2 с ноликом. Значит, ну давайте я напишу сейчас утверждение про непрерывную зависимость. От начального условия, оно, собственно говоря, состоит в следующем. Вот если я возьму, значит, вот у меня есть решение, которое устроено так. X от t, это есть фи,
от t x 0. Значит, пусть это решение с начальным условием x в нуле равняется x 0. И дальше я могу смотреть вот на эту функцию φ. Я могу смотреть на нее, мы обычно на нее смотрим как на функцию от времени, а можно на нее смотреть, вот зафиксировать время и смотреть на эту штуку как на функцию от своего второго аргумента. А вот утверждается, что если v достаточно хорошая, ну, там, допустим, если v хотя бы c1 гладкая, то тогда φ будет непрерывно зависеть от x0. То есть если я фиксирую момент времени t, смотрю, как у меня меняется решение, когда я меняю начальные условия, то эта зависимость будет непрерывна. Значит, если v c1 гладкая, то есть если у v есть непрерывная частная производная, вообще непрерывная первая производная, то φ непрерывно по x0. Вот. Ну, это в частности означает, что траектория, которая началась вот здесь, ну, она живет, она, конечно, может убегать от вот этой траектории. Но, по крайней мере, если я подбираю вот это начальное условие совсем близко к вот этому, то слишком далеко эта траектория не убежит. И дальше это означает, что она с течением времени она вернется вот на этот вот отрезочек красненький. По крайней мере, если я выбрал начальное условие достаточно близко вот сюда. Ну, то есть, смотрите, что я утверждаю. Утверждаю, что если вот эта точка стремится вот сюда, то все вот это решение, оно стремится к вот этому решению замкнутому, к замкнутой траектории. И это означает, что мы можем приблизить начальные условия к вот этой стартовой точке так, чтобы вот эта вот точка снова бы пересекла вот этот вот красненький отрезок. Как верится в такое? Вот. А теперь мы можем сказать, что у нас возникает такое отображение. Значит, давайте я скажу, что пусть у меня значит, давайте я как-нибудь вот на этой красненькой прямой давайте я введу какую-нибудь координату. Пусть эта координата называется z. Вот это вот у меня пусть будет какой-нибудь z0. Вот эта вот точка, значит, я ее назову p от z0. Значит, у меня возникает таким образом определенное отображение. Но какие-то точки, близкие к вот этой вот стартовой, переводят в какие-то другие точки, которые лежат на вот этой же вот, на вот этой вот, как говорят, трансверсале. Значит, давайте я как-нибудь эту штуку обозначу, пусть она называется гамма. Значит, гамма отрезок, не касательный. К замкнутой траектории. И у меня есть отображение P, которое точки гамма переводит в точки гамма. Ну, на самом деле оно может быть определено не всюду. Давайте я напишу, что оно определено вблизи. Давайте как-нибудь вот эту вот точку обозначу. Пусть вот это вот. Сейчас. А под не касательной замкнутой траектории имеется в виду что? Ну, вот у нас есть замкнутая траектория. Вот я взял какую-то точку на этой замкнутой траектории, дальше я хочу нарисовать какой-то отрезок. Ну, давайте считать, что он просто прямой, прямолинейный. Вот. Но единственное, что я не хочу, это я не хочу, чтобы он вот так вот касался бы этой замкнутой траектории. То есть он мог бы и под углом здесь идти? Он мог бы идти под углом. Ну, как бы для того, чтобы вообще говорить про углы, мне там нужно что-то говорить про скалярное произведение, вводить какие-то структуру. Я сейчас вот этим совершенно не хочу заниматься.
мне единственное, что нужно от этого отрезка, просто чтобы он бы не касался бы, не касался вот этой вот штуки. Значит, и я ввожу, вот здесь вот я ввожу такую координату. Значит, вот у меня есть координата во всем как бы пространстве, во всем фазовом пространстве, она называется x, в данном случае он двумерный. А я вот на этом отрезке ввожу некоторую новую координату, и давайте считать, что вот у меня вот эта вот точка, которая соответствует моей замкнутой траектории, это точка с вот этой новой координатой 0. Значит, вот эта вот точка z равняется 0. Ну, и сейчас я, может, еще не очень понял, а вот к чему вообще это обсуждение в контексте хаотичной динамики? То есть, сейчас, насколько сейчас... я помню, там же должно быть минимум 4 измерения. Да, ну, 3 на самом деле, 3 хватит. Вот, это все правда. Ту картинку, которую я рисую на плоскости, но на самом деле ее с тем же успехом можно было бы рисовать в пространстве большей размерности. То есть можно было бы себе представить, допустим, вот в R3, тоже какую-нибудь замкнутую траекторию. Тогда бы у меня здесь был бы не отрезок, а такая площадка, которая тоже пересекает мою замкнутую траекторию, как говорят, трансверсально. И эта площадка, значит, опять же, точки, которые стартуют с этой площадки, поскольку, значит, если они стартуют вблизи вот этой траектории, то они дальше, в общем-то, живут как-то не слишком далеко от этой траектории. И если мы их запустили достаточно близко, то они с течением времени вернутся на эту же площадку. То есть снова пересекут эту площадку, и мы сможем определить снова отображение. Значит, вот какое-то такое отображение будет. Тоже, которое будет нам переводить, значит, какую-то точку Z. Вот здесь в какую-то точку P от Z. Но теперь это будет отображение из вот такой вот двумерной площадки в двумерную площадку. Значит, это отображение, оно называется отображение первого возвращения или отображение Пуанкаре. Отображение первого возвращения. Ну, давайте приведем какой-нибудь пример, чтобы понять, как все это работает. Вот пусть у меня есть... Ну, давайте что-нибудь простое сделаем. Сейчас, а под P, в смысле P, это отображение из G в G, не любое, да, такое, что оно описывает, и что, как мы из Z0 переходим в P из, от Z0. Да, 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 то есть оно строится, значит, это отображение P, оно строится по нашему дифференциальному уравнению. То есть оно устроено так, что мы берем точку Z0 вблизи вот этой вот точки, которая соответствует замкнутой орбите, замкнутой траектории. Дальше рассматриваем решение с этим начальным условием и ждем, пока это решение не вернется снова на вот эту же самую гамму. Вот в тот момент, когда она в первый раз вернулась на эту гамму, мы говорим, окей, вот это и будет значением нашего P от Z0. Давайте посмотрим на какой-нибудь пример. Ну вот, давайте начнем с простой штуки, вот с такой вот. Давайте рассмотрим какой-нибудь... Ну вот, допустим, я возьму, просто рассмотрю вот такой вот вертикальный отрезочек. Значит, и... Ну, пусть у меня здесь координаты x и y. И на самом деле в качестве координаты на этом отрезочке я возьму просто мою вертикальную координату y. Сейчас гамма траверсаль, правильно? Трансверсаль. Значит, гамму называют трансверсаль. Ну, трансверсальность — это вообще условие, что что-то чего-то пересекает, не касаясь, и таким неустранимым образом.
Значит, гамму называют, ну, по-английски она называется transversal cross-section. По-русски часто говорят просто трансверсаль. Трансверсальное сечение или еще говорят сечение Пуанкаре. Вот. Вот давайте посмотрим. Значит, задача такая. Вот для такой системы построить, как выглядит отображение Пуанкаре. Значит, вот для такой системы и для вот такого вот отрезочка, для такой вот трансверсали. Попробовать это сейчас сами сделать. Напишите мне в личку, что получается. Просто здесь в личку в зуме. Сейчас. То есть Z у нас координатор на ней, да? Да. Ну вот по идее я должен... Вот, по идее у меня как бы здесь такая история, что вот у меня есть координаты в целом в фазовом пространстве, а и на вот этой вот трансверсали, я же не знаю, как она тут будет проходить. Она может вот так проходить, может как-нибудь вот так проходить. Я на ней хочу ввести какую-то свою координату. То есть я как бы хочу как-то на ней сам обозначать точки. Ну и понятно, что у нее будет размерность меньше, чем размерность фазового пространства, поэтому координата у нее будет на единицу меньше. Ну вот я как-то ввожу систему координат, более-менее независимо от системы координат в объемлющем пространстве. Ну вот давайте я хочу, чтобы, например, вот эта вот точка оставалась бы, чтобы она бы обозначалась бы нулем, хотя это не обязательно. Соответственно, вот здесь, вот в этом примере, я просто говорю, что я координатой на вот этой вот красной трансверсали буду считать мою исходную координату y. Что, в общем, логично. Вот я хочу построить отображение Пуанкаре. Так, есть один правильный ответ. Я хочу больше, чем один правильный ответ. Ну, давай смотреть. То есть я выбираю какую-то точку и выпускаю из этой точки траекторию. И дальше жду, когда эта траектория вернется и снова пересечет вот эту же самую красную отрезочек. В какой точке она ее пересечет? Ну, вроде в той же самой. В той же самой, конечно, потому что фазовыми кривыми здесь являются окружности, поэтому пересечет она в той же самой.
А как называется соответствующее отображение? Что за отображение у нас получается? Получается просто тождественное отображение. Действительно, у такой системы отображение по анкоре является тождественным. Оно просто все точки вставляет на месте. Ну, хорошо, это был простой пример. Давайте возьмем что-нибудь посложнее. Давайте посмотрим на вот такую систему. И такая же задача. Значит, вот у меня есть какой-то отрезочек. А как у меня устроено отображение Панкара в этом случае? Ну, давайте, может быть, для разнообразия сделаем отрезок горизонтальный. Значит, та же самая задача, тоже хочу, чтобы вы самостоятельно ее решили. Давайте отдам некоторое время. Значит, я напомню, что с такого типа системами мы на самом деле уже сталкивались, когда обсуждали бифуркацию рождения предельного цикла, бифуркацию нейронного хопфа. И давайте я сделаю подсказку. Здесь нужно перейти в полярные координаты. Значит, я на самом деле не то чтобы хочу, чтобы было прям написано вот это отображение Панкаре, как оно есть, но, по крайней мере, я хочу, чтобы было понятно, как оно устроено. Там, где у него неподвижные точки, всякое такое. В принципе, здесь можно и совсем в явной форме его написать. Но там понадобится что-то интегрировать. Ну хорошо, давайте посмотрим. Значит, в полярных координатах как будет наше уравнение переписано? Давайте даже не в полярные координаты, давайте я перейду в такие вот как бы полярные координаты. Пусть у меня есть ρ, которое есть x квадрат плюс y квадрат. И есть θ, это полярный угол. И давайте я скажу, что θ с точкой у меня здесь будет равно. Мы крутимся в отрицательном направлении. θ с точкой будет равно минус единица. А как будет выглядеть уравнение на ρ?
Ну, давайте посчитайте. Мы такое уже делали. Или спросите чего-нибудь. Так, ну давайте, чему равняется r с точкой? Как найти r с точкой, если r равняется x квадрат плюс y квадрат, а x и y удовлетворяют вот этому уравнению? Значит, давайте я напишу, что это 2х с х с точкой плюс 2у y с точкой. Теперь нужно подставить х с точкой y с точкой и все упростить. Два х квадрат dt плюс 2y квадрат dt. Сейчас откуда у вас dt взялось? А, ну я в дифференциалах считал, а не с точкой. Минус. Да, там нужно будет потом на dt поделить, чтобы с точкой получить. Минус 2х квадрат на t dt. Минус 2y квадрат. А, это чего не на t, а на r. Это же он называется. Минус 2х квадрат на r dt, минус 2y квадрат на r dt. Итого это выходит. Да, и хочется вообще избавиться от x и y в правой части, оставить только r. 2 r dt минус 2 r квадрат dt. Да. 2 ро минус 2 ро квадрат. Да, отлично. Получается вот такая штука. 2 ро, 1 минус ро. А, хорошо, теперь смотрите. Значит, это мы переписали нашу систему в полярных координатах. А, и давайте теперь поймем, как вот эту вот систему новую использовать для того, чтобы найти отображение Пуанкаре. Значит, вот, допустим, я стартую откуда-то вот из этой... Вот откуда-нибудь отсюда я стартую. Да, какие координаты у этой точки, вот в этих полярных координатах, что мы про нее можем сказать? Значит, вот у нее есть какой-то стартовый ρ. Чему равняется стартовая тета? Нулю. Нулю. Вот. А дальше мы выпускаем траекторию и ждем, когда мы вернемся на эту же самую трансверсаль. Вопрос. А когда это произойдет? В какой момент мы вернемся? Сколько времени должно пройти до того момента, как мы снова окажемся вот здесь? 2π. 2π, потому что у нас время, значит, у нас все крутится по углу, крутится со скоростью единица и минус единица. И мы вернемся сюда же через время 2π.
Ну, это нам немножко повезло. То есть у меня система такая хорошо подобранная, что у меня в разных точках время возвращения будет одинаковым. И это позволяет нам упростить построение этого отображения по Анкаре. В действительности никто не обещал, что будет так. Понятно, что время будет каким-то близким, но вообще говоря, может отличаться в разных точках. Но в нашем случае время возвращения... Сейчас никто не обещал, что скорость одинаковая, да? Или мы уже осматриваем систему, где время в зависимости от координат в разном пространстве по-разному течет? Нет. Никто не обещал, что у нас будет... Вот представьте себе, что у меня вот здесь было бы не тета с точкой равняется минус единица, а что-то более хитрое. То есть, например, вот здесь зависело бы все тоже от радиуса. И тогда, в зависимости от того, в какой точной точке я стартую, вот здесь или вот здесь, или вот здесь, у меня время возвращения могло бы быть разным. Например, могло бы так оказаться, что вот здесь вот я, например, тратил бы больше времени, чтобы вернуться, чем вот здесь. Никакой неавтономности у нас не возникает, просто время возвращения может зависеть от траектории, теоретически. Нет, не в смысле неавтономность. Сейчас, если там время домножается на что там, корень из 1 минус скорость делить на скорость света, это же еще не автономность. Нет, скорости света тут точно никакой нету, это другая наука. Эти уравнения из теории относительности, они же все равно автономные. Да, нет, но теория относительности тут точно ни при чем. Нет. То, что я просто говорил, что нам повезло с тем, что у нас уравнение на тету вот такое вот ужасно простое, что у нас время возвращения будет везде одинаково. Но, в принципе, совершенно не, вот в абстрактной картинке, которую я вот здесь нарисовал, совершенно не обязательно, чтобы время возвращения, чтобы время прохождения по вот этой вот траектории до возвращения на эту трансверсаль было бы таким же, как время движения по вот этой траектории до возвращения трансверсаль. Оно может меняться просто. Никто не обещал, что оно будет одинаково. Вот. Но в данном случае время возвращения одинаковое. Значит, во всех точках. Равняется 2π. И это означает, что наше отображение по Анкаре это просто такая штука. Это вот r от 2π. Ро от 2π. Ну, окей, на самом деле не совсем ро от 2π. Это какая-то такая штука. Значит, вот мне нужно взять какую-то точку здесь стартовую. У меня пусть будет здесь координата z. В данном случае пусть координата z совпадает с координатой x. И тогда давайте я скажу вот что. Что у меня есть... Значит, вот у меня есть ро с точкой. Давайте я скажу, что у меня есть ро от t. Вот у меня есть какое-то решение вот этого уравнения с начальным условием ро в нуле равняется ро нулевому. И тогда отображение по Анкаре записывается в таком виде. P от z. Это будет... Значит, мне нужно из ро сделать корень. Здесь взять ро в момент времени 2π с начальным условием. Значит, какое здесь начальное условие нужно подставить? Наверное, все тоже равно нулевое. Но я хочу функцию от z, а z у меня это просто вот x-овая координата. Значит, мне нужно вот эту вот z переписать. Мне нужно вот это ро нулевое переписать в терминах вот этого z. Как это сделать? Z квадрат. Z квадрат, да.
Значит, вот, собственно говоря, мое отображение Пуанкаре, оно будет выглядеть вот так. Ну, в принципе, я мог бы решить вот это уравнение. Такое уравнение решается, это уравнение с разделяющимися переменными. Более того, там даже все интегралы берутся, там возникают какие-то логарифмы, что-то такое. Вот. Но я сейчас этого как раз делать не очень хочу. Я хочу просто посмотреть на то, как это уравнение, на то, как вот это вот отображение будет выглядеть. Например, давайте я задам какие-то вопросы про вот это отображение P. Значит, есть ли у P неподвижные точки? То есть такие точки, что P от Z равняется Z. Совершенно точно 0 и еще точка 1. Да. 0 и 1. Да, Z равняется 0 и Z равняется 1. Ну, действительно, потому что как у нас устроена наша динамика? Вот если смотреть только на динамику Пуаро, то видно, что здесь есть две особые точки. То есть два положения, из которых мы не уходим. Ну, понятно, что им соответствует вот на этой картинке исходной, им соответствует, ну, во-первых, соответствует просто неподвижная точка 0, значит, которая совпадает с началом координат, совпадает с особой точкой в нуле. И вторая точка в единице, здесь мы тоже... Так, ну я неправильно нарисовал картинку, потому что... Давайте я вот эту зеленую штуку перерисую сейчас. Значит, вот у нас здесь возникает замкнутая как раз траектория, которая соответствует предельному циклу. А вот эта вот траектория, например, как-нибудь вот так будет себя вести. И давайте посмотрим. Значит, вот давайте я еще такой вопрос задам. Смотрите. Как вы думаете, что можно сказать про производную P в точке 1? Иными словами, вот если я запущу, если я возьму какую-то точку, ну, вот, собственно говоря, как я нарисовал, вот возьму точку Z, которая будет близка к единице, и подействую на него, подействую на эту точку отображением Пуанкаре, что будет происходить что можно сказать про производную отображение P в единице, то есть что происходит с маленькими отрезками под действием отображения P. С маленькими отрезками, например, начинающимися в единице. Но они стремятся к этой единице? Ну да, если мы будем ждать достаточно долго, то они будут стремиться к единице, все траектории, но все-таки сзади наоборот, что происходит с этими отрезками. Они, скажем, сжимаются или растягиваются? Маленький отрезочек вот такой. Ну, стремятся к единице, в принципе, то значит сжимаются. Сжимаются, да. То есть что можно сказать про P-штрих от единицы? Значит, если у нас маленькие отрезки сжимаются под действием некоторого отображения, что можно сказать про производную этого отображения? Сейчас, а P-штрих – это в смысле производная уже по Z. По Z, конечно, да. У нас есть отображение P. Оно как бы, вот, когда мы это отображение записали, мы, в общем, можем в какой-то мере забыть про наше дифференциальное уравнение и думать только про это отображение. Значит, вот здесь уже нет никакого, как такового, времени. Здесь есть просто зависимость от Z.
Вот вопрос. Что можно сказать про штрих от единицы? Ну, давайте смотреть. Вот как, что такое вообще производная? Вот у меня есть какое-то отображение откуда-то куда-то. Допустим, у меня здесь есть. Значит, картинка, которая не имеет, не связана со всем предыдущим, я просто демонстрирую, кто такая производная. Значит, вот пусть у меня есть какая-то точка x0, здесь есть x0 плюс дельта x. x0 переходит, значит, пусть у меня здесь действует какое-то отображение f. x0 переходит в f от x0. x0 плюс дельта x переходит в f от x0 плюс дельта x. Да, а кто такая производная? Производная – это нам нужно поделить вот этот отрезочек на вот этот отрезочек и устремить дельта x к нулю. Ну, это вот эта штука. Поделить на дельту x. Дельта x это вот эта штука. Вот. Поэтому производная как раз показывает то, во сколько раз сжимаются или растягиваются маленькие отрезочки. Соответственно, если мы здесь видим, что у нас отрезочек был вот таким, а когда мы подействовали на него отображением Пуанкаре, он стал вот таким. Что можно сказать про штрих в единице? Ну, наверное, в самой единице непосредственно штрих у нас будет равно единице. Если бы он был бы равен единице, то это бы означало бы, что отрезки, маленькие отрезки, начинающиеся в единице, с одним из концов в единице, что они локально, что они значит, переходят в такие же, что их длина более-менее сохраняется. Но на самом деле, смотрите, давайте увидим, что это не так. Вот смотрите, вот здесь вот вблизи единицы. Вот давайте посмотрим на вот это вот уравнение. R с точка равняется 2 ρ, а ρ с точка равняется 2 ρ, 1 минус ρ. Значит, давайте посмотрим, как оно устроено вблизи единицы. На самом деле можно построить график правой части. Он будет выглядеть как-то вот так. Это наоборот. Сейчас, что я хочу. Да. Он будет выглядеть вот так вот. Соответственно, вблизи единицы, вот если я линеаризую вот эту мою систему вблизи единицы, что получится? Значит, как устроена линеаризация вот этого уравнения вблизи точки ρ равняется 1? Давайте просто посчитайте. Значит, нужно просто взять производную и поставить в нее равное 1. Что получается? Кажется, что 2 на 1 минус равно лучше посчитать все-таки. Угу. Давайте посчитаем. Значит, линеаризация вблизи ρ равного единицы это. Часть получается, значит, мне нужно 2 минус, здесь будет 2 ро в квадрате, то есть 4 ро, и нужно подставить ро равно единице, то есть это получается минус 2.
Нет, то есть вот здесь вот касательная, она имеет угловой коэффициент минус 2. И это означает, что вблизи вот этой вот особой точки наше уравнение на самом деле близко к уравнению вида там, W с точкой равняется минус 2 W. Вопрос. А что вы можете теперь сказать про производную вот такого, вот, например, уравнения в особой точке, в этом случае в нуле? Точнее, не производную этого уравнения, а производную решения этого уравнения по начальному условию. То есть, что происходит, вот если я взял какой-то маленький отрезочек, да, подождал время 2π. Что происходит с этим маленьким отрезочком под действием вот такого уравнения? Значит, вообще, что происходит с маленькими отрезочками под действием вот такой вот динамики? А правда ли, что маленькие отрезочки сохраняют свою длину? Ну, кажется, я всех окончательно запутал. Ну, вроде бы ясно, что чем отрезок меньше, тем медленнее он будет изменяться. Ну, в абсолютных-то числах да, но нас интересуют относительные. Ну, в относительных. Сейчас здесь повышением будет экспонента. Угу. Да, у вас был отрезок. Ну, вот у вас было. Вот представьте себе, что у вас вот такое вот уравнение. Да, и у вас был какой-то отрезочек, то есть у вас было какое-то начальное условие, и было то, что такое начальное условие, только сдвинутое немножко. Что происходит с этим сдвигом, когда вы ждете время 2π? Давайте посмотрим. Значит, W с точка равняется минус 2 W. Да, вот у меня есть два каких-то начальных условия. Допустим, у меня есть начальное условие W нолик и есть начальное условие W нолик плюс DW. Сейчас, если подождать 2π, если экспоненту завести в степень, если экспоненту взять от 2π, это 500 с чем-то будет. Ну, да, на самом деле мне не важно, сколько конкретно. Вот. Но важно вот, что у меня решение с начальным условием W записывается вот так. Решение с начальным условием W плюс дельта V записывается вот так. Давайте это называется, допустим, первое, вот это называется второе. И если я подожду время 2π, то расстояние между ними это будет просто e в степени минус 2t на dw и e в степени минус 2π. Умножить на 2. Да, поэтому производная значит, если я теперь смотрю на производную W от T по W нулевому, вот смотрю на вот такую производную, то чему она равна?
Давайте в точке 2π. Значит, чему равна вообще вот производная вот такой вот штуки по W0? Е-2t. Ну да. И значит, если у нас 2t, значит, если у нас время это 2π, то это просто будет e в степени минус 4π. Ну, собственно говоря, то, что мы видим и здесь, мы видим, что у нас отрезочки размера dw, они за время 2π превращаются в отрезочки размером dw на e в степени минус 4π. То есть отношение длин новых отрезков к длин старым как раз e в степени минус 4π. И эта штука больше нуля или меньше? И что вы можете сказать про эту штуку? Она там какая, большая, маленькая? Маленькая. Маленькая. Ну, по крайней мере, смотрите, вот если утверждается, что на самом деле, поскольку отрезки сжимаются, то, по крайней мере, мы можем точно сказать, что эта штука меньше единицы. Ну, и если возвращаться в нашу исходную историю, то здесь мы можем сказать, что P' уж гарантированно меньше единицы. Это как раз означает, что близкие точки становятся еще ближе. Вот. Хорошо. Так, ну что, давайте, может быть, мы сейчас сделаем перерыв. Я не знаю, мы сейчас не привязаны к расписанию. Давайте, может быть, сделаем не очень длинный перерыв, скажем, 10 минут. Как вы на это смотрите? Нет возражений насчет перерыва 10 минут? Или нужно подлиннее? Вроде бы нет возражений. Хорошо, давайте сделаем перерыв 10 минут, а потом продолжим. Так, ну что, продолжаем. Не появилось ли за время перерыва каких-нибудь вопросов? Хорошо. Ну, смотрите, чего я хочу... Сейчас вопрос, может, есть насчет действительно этого уравнения на z-координату производной. То бишь, она меньше единицы, а что со знаком? Это хороший вопрос, да. Просто она же, по идее, это же, по идее, устойчивый предельный цикл. А знак мы считаем, что в принципе меньше единицы, но при этом положительный, потому что у нас мы смотрим длину отрезка, да? Ну, знак у нас положительный, потому что, ну, как бы отображение не меняет ориентацию. То есть, если у нас вот эта точка правее единицы, то ее образ будет тоже правее единицы. Да, то есть, как бы вот, если бы так оказалось, что мы вот отсюда переходим вот сюда, тогда бы знак был бы отрицательный, знак производный. Но у нас знак производный положительный, и на самом деле у нас сейчас, ну вот в случае с отображениями Пуанкаре в системах на плоскости, когда у нас отображение Пуанкаре — это просто отображение из отрезка в отрезок,
Знак всегда будет положительным, потому что там, из чисто топологических соображений следует, что в системах на плоскости за счет того, что фазовые кривые не умеют пересекаться, у нас должна сохраняться ориентация. То есть это означает, что наше отображение Пуанкаре является, ну, как бы, что оно является возрастающим. Что если вы сдвинулись вправо, то и отображение Пуанкаре тоже двинется вправо. Ну, это как раз ровно то, что мы здесь видим. Значит, вот эта точка правее, чем вот эта точка, значит, ее образ, вот эта штука, будет правее, чем образ вот этой точки. Ну, и так, на самом деле, будет верно для любых двух траекторий, потому что иначе у нас траектории должны были бы пересечься. Если бы мы получили бы ситуацию, что какие-то две точки оказываются под действием отображения Пуанкаре в противоположном порядке, то это бы означало, что соответствующие фазовые кривые пересекаются. Вот, поэтому да, знак положительный, но меньше единицы. Ну, то есть, смотрите, давайте я сейчас... Значит, давайте я скажу вот что. У нас возникает, когда мы вводим отображение Пуанкаре, у нас возникает такая динамическая система дискретным временем. Мы можем смотреть, что происходит с точками. Вот у нас есть какая-то точка здесь, да? Мы на нее взяли, подействовали отображением Пуанкаре. Она перешла в новую точку. Дальше мы взяли на эту новую точку, еще раз подействовали отображением Пуанкаре. Она перешла еще в какую-то новую точку. Наше отображение Пуанкаре – это закон, который показывает, как новая точка зависит от старой. То есть у нас естественным образом возникает динамическая система дискретным временем, и эта динамическая система, она находится, как бы свойства этой динамической системы, они находятся в довольно прозрачном соответствии со свойствами моего исходного дифференциального уравнения. А, то есть вообще смысл этого отображения Пуанкаре вводить эту трансверсальную плоскость в том, чтобы из непрерывного времени получить дискретное? Да, да. Значит, у нас на самом деле происходит два эффекта. Первый эффект. Вместо непрерывного времени у нас теперь дискретное время, потому что у нас как бы есть вот какое-то конечное количество применений отображения Пуанкаре. А второй эффект, у нас теряется одна единица размерности фазового пространства. Здесь фазовое пространство было двумерным, а после того, как мы перешли к отображению Пуанкаре, у нас все происходит вот на вот этой трансверсали. Трансверсаль у нас одномерная. Вот, поэтому, значит, можно построить такое соответствие. Значит, дифференциальное уравнение и соответствующая динамическая система с дискретным временем. Заданное отображением Пуанкаре. Значит, динамическая система у нас устроена так. У нас как бы Zn плюс 1 равняется P от Znt, где n сейчас играет роль времени, вот дискретного времени. Вот. А здесь у нас было дифференциальное уравнение, ну вот наше какое-то x точка равняется v от x. Вот, значит, как устроена связь? Во-первых, значит, если здесь x от t принадлежал r, зря я тут эту штуку, ну ладно, пусть будет r в mt, то z какой-то zn, да, принадлежит какому пространству, какой размерности? n-1, да, потому что мы рисуем, значит, ну вот в случае с плоскостью мы рисуем просто отрезочек, в случае с более многомерным пространством, ну, здесь возникает вот такая вот площадочка. И эта площадочка, она тоже имеет размерность на единицу меньше, чем размерность объемного пространства, ну, потому что она должна, как бы,
как говорят, трансверсально пересекаться с какой-то траекторией. А это означает, что как раз, что у нее размерность должна быть дополнительная. У меня как бы размерность траектории единица, а размерность вот этой штуки должна быть, соответственно, на единицу меньше, чем размерность объемлющего пространства. Вот. Поэтому размерность на единицу уменьшается. Дальше давайте посмотрим. Ну вот, допустим, что у меня есть неподвижная точка отображения Пуанкаре. Значит, P от Z равняется Z. Чему это соответствует для моего исходного дифференциального уравнения? Значит, вот если так оказалось, что вот у меня есть эта площадочка, и я стартовал из какой-то точки, и под действием отображения Пуанкаре пришел в ту же точку. Чему это соответствует с точки зрения моего исходного дифференциального уравнения? Значит, какой объект возникает в исходном дифференциальном уравнении, который соответствует неподвижной точке отображения Пуанкаре? Значит, если у меня неподвижная точка, то это означает, что траектория, которую я запустил из этой точки, с ней что дальше происходит? Она цикл там будет предельный. Ну, предельный он или нет, это еще надо посмотреть. Но, по крайней мере, это означает, что она вернется в эту же самую точку. То есть она замкнется. Значит, в этом случае у нас возникают здесь замкнутые фазовая кривая. Ну, или ей соответствует периодическое решение. Вот. Дальше. Значит, например, если у нас, пусть будет m равное 2, и производная, значит, вот у меня есть какая-то точка, ну, давайте я ее обозначу здесь z со звездочкой как-нибудь. Значит, здесь пусть тоже будет z со звездочкой. Значит, и пусть у меня производная в неподвижной точке меньше единицы. Что это означает? Это означает, что с точки зрения отображения Пуанкаре, ну, у меня динамика устроена так. Вот у меня есть эта самая моя трансверсалька. У меня есть точка Z со звездочкой, которая переходит сама в себя. И отрезочки, длина отрезков близких, длина отрезков, которые начинаются в этой точке Z со звездочкой, уменьшаются. Что будет происходить с точки Z со звездочкой, не с точки Z со звездочкой, а с какой-то близкой точкой, если я буду действовать на нее итерациями моего отображения? То есть если я буду рассматривать, значит, вот у меня Z, допустим, нулевое равняется, скажем, Z со звездочкой плюс какая-то маленькая величина, плюс какая-то дельта Z. Да, что в этом случае можно будет сказать, пусть вот это вот будет мое начальное условие, и что можно будет сказать про ZNT, который есть результат применения многократного отображения P к вот этой точке Z0. Ну, или обычно пишут вот так, P в степени N Z0. Здесь вот эта вот степень имеется в виду композиционная степень. То есть это просто сколько раз мы применили отображение к нашей точке. Взяли точку, подействовали на ее отображением P, потом подействовали отображением P, потом подействовали отображением P и так далее n раз. Записывается вот так, P в степени n. Не в смысле возведения в степень как числа, в смысле возведения в степень как отображение многократного действия. Значит, вот что вы можете сказать про поведение Zn в случае, если у нас P' в точке Z со звездочкой меньше единицы? Куда будет стремиться Zn?
К устойчивой точке. Ну да. Значит, у нас возникает таким образом, если Z со звездочкой это неподвижная точка нашего отображения P, если у нее производная меньше единицы, то это означает, что Z со звездочкой такая притягивающая неподвижная точка. Да, то есть близкие к ней точки с течением времени становятся еще ближе и в конечном итоге стремятся к этой самой Z-звездочке. Дальше. Чему это соответствует в моем дифференциальном уравнении? Предельный цикл аттрактор? Да, притягивающий предельный цикл, совершенно верно. Значит, неподвижные точки. Здесь была притягивающая неподвижная точка. Здесь будет притягивающий предельный цикл. Вот. Это, кстати, показывает, что вот, например, представьте себе, что у вас есть какая-нибудь замкнутая траектория в дифференциальном уравнении, и вы хотите понять, эту траекторию является там притягивающим предельным циклом или нет. Как это понять? Можно рассмотреть отображение Пуанкаре и посмотреть на то, какая у него производная в этой точке. Если производная меньше единицы, то значит точно притягивающий. Если больше единицы, значит точно отталкивающий. Если равны единице, тогда надо смотреть, что там происходит. Там может быть все что угодно. Вот. Но, в общем, анализ отображения Пуанкаре позволяет вам делать какие-то выводы про траектории вашей исходной системы. Ну и вообще есть вот такая вот прямая аналогия. То есть, на самом деле, всякие динамические эффекты, которые возникают в системах дискретного времени, они в некотором смысле параллельны эффектам, которые возникают в дифференциальных уравнениях. Но главная разница в том, что вот здесь вот размерность на единицу меньше, чем здесь. Вот. Ну, собственно говоря, после того, как я это сказал, может быть, чуть более понятно, к чему я все это начал рассказывать, почему я начал говорить про отображение Пуанкаре. Мы начали с того, что пронаблюдали хаос в простых динамических системах дискретным временем. А сейчас мы хотим этот эффект перенести на дифференциальное уравнение. И хотим мы это сделать примерно так, что мы хотим его задать какую-то систему дискретным временем, а потом реализовать ее в виде отображения Пуанкаре для какого-то дифференциального уравнения. Вот. Но единственная правда, здесь есть некоторая проблема с этим планом. Дело в том, что, вот смотрите, я хочу сказать, что отображение Пуанкаре обязательно является обратимым. Почему это так? Почему отображение Пуанкаре обратимо? Потому что, понятно, что оно идет из множества в самой себя. При этом у него... Так не пересекаются фазовые кривые, у него не могут, оно инъективно, Да. Еще реактивно тоже. Да, поскольку фазовые кривые не пересекаются, у нас точки не могут склеиваться. На самом деле можно просто так сказать, что вот у меня нарисовано построение отображения Пуанкаре. Как нарисовать построение обратного отображения? Где-нибудь здесь или здесь. Как построить обратное отображение? Значит, можно просто взять вот эти вот стрелочки и как бы пройти по ним в обратную сторону. Просто взять и обернуть все стрелочки наоборот. На самом деле это просто соответствует замене времени, обращению времени. Если я вместо времени t введу новое время tau, которое равняется минус t, то тогда у меня все векторы просто повернутся на прям противоположные. И это будет соответствовать тому, что мы будем те же самые траектории просто обходить в обратную сторону.
И, соответственно, вместо нашего отображения Пуанкаре возникнет обратное отображение. Вот. Почему я говорю, что это некоторая проблема? Потому что те отображения, в которых мы видели хаотическую динамику, которую мы здесь строили, что удвоение окружности, что тент-мэп, они оба не являются обратимыми. Они оба, ну, на самом деле, наматывают наш окружность или отрезок, наматывают на себя два раза. И поэтому непосредственно реализовать вот эти отображения в виде каких-то отображений по Анкаре будет невозможно. Вот. Но поэтому наша текущая задача состоит в том, чтобы придумать отображение, которое бы, с одной стороны, было бы обратимым, а с другой стороны, обладало бы хаотической динамикой. Значит, давайте я здесь допишу, что вот здесь вот отображение P обязательно обратимо. Это соответствует тому, что траектории не пересекаются. И можно обратить время. Вот. Поэтому наша текущая цель – динамическая система с дискретным временем, заданная обратимым отображением. Вот. Значит, вот здесь уже нам не удастся обойтись одномерным пространством, а нужно рассматривать двумерное пространство. В одномерном пространстве ничего не получится. Значит, давайте я попробую сейчас эту систему задать. Она будет определена немножко странно, у нее будет немножко странная область определения на самом деле. Но давайте попробуем посмотреть, как это все работает. Значит, давайте рассмотрим такую штуку. Вот я рассмотрю квадрат. Значит, 0,1, 0,1. И давайте я разобью этот квадрат на два кусочка. Значит, здесь 1/3, тут 2/3. Значит, то, что я сейчас рассказываю, будет в достаточной степени независимо от всего предыдущего, так что если, например, вас почему-то напугало отображение Пуанкаре, то можно сейчас про него временно забыть и просто посмотреть на то отображение, которое я сейчас рисую. Значит, давайте я обозначу эти две полосы как-нибудь. Допустим, они называются... Допустим, вот эта полоса называется P0, а вот эта полоса называется P1. И теперь я рассматриваю такое отображение. Значит, у меня будет отображение F, которое определено на объединение P0, P1 и отображает все это в квадрат 0,1 в квадрате. Значит, давайте считать, что у меня полосы, ну, скажем, замкнутые. Значит, P0 это означает, что у нас вот здесь по x будет координата 0,1/3, а по y от 0 до 1. А P1 это будет от 2/3 до 1, тоже на 0,1. И отображение определено на вот этих двух полосах. И действует оно следующим образом. Возьмем полосу P0. Эту вот полосу. И сделаем с ней такую штуку. Вот у меня эта полоса.
я ее хочу сжать по вертикали в 3 раза. И растянуть по горизонтали в 3 раза. Значит, вот так вот сжал. Дальше вот так вот растянул. И после этого то, что получилось, положил туда же, почти туда же, где оно и лежало. Вот так вот положил. Значит, давайте я скажу, что вот эта вот полоса, она называется P0 штрих. И это горизонтальная полоса, значит, P0 штрих, это есть 0,1 умножить на 0,1/3. Значит, отображение F, ограниченное на полосу P0, действует просто вот так, линейно. Оно сжимает по вертикали в 3 раза и растягивает по горизонтали в 3 раза. Вот. А еще мне нужно описать, как действует отображение F на полосу P1. F на полосу P1 действует очень похожим образом. Оно тоже сжимает по горизонтали, сжимает по вертикали, растягивает по горизонтали, но оно отображает этот самый прямоугольник P1 вот в такой вот прямоугольник. Значит, вот P0 переходит вот сюда, а P1 переходит вот сюда. Значит, F ограничено на P1. И это отображение выходит можно один раз всего применить, потому что дальше у нас какие-то получатся точки, которые выпадут, которым нельзя заново его применить, да? Да, это правда. И это как раз первый интересный вопрос, понять, а где это отображение, значит, какие итерации этого отображения вообще определены. То есть понятно, что, значит, если смотреть на весь квадрат, то, по крайней мере, я не могу применять это отображение к вот этой серединке. Но могу применить один раз к вот этой полосе и к вот этой полосе. А если я хочу применить это отображение 2 раза? Понятно, что какие-то точки под действием этого отображения могут оказаться вот здесь. Вот. И после этого 2 раз я уже и применить отображение не смогу. Но какие-то не окажутся. И к тем точкам, которые не окажутся, я могу применить это отображение еще раз. И на самом деле это первый хороший вопрос. Значит, для каких точек? Определено f квадрат от xy, f кубе от xy, f в степени n от xy для всех натуральных n. Значит, понятно ли, как задано отображение? Отображение задано кусочно. Оно на вот этом кусочке сдается просто как линейное сжатие в 3 раза по вертикали, растяжение в 3 раза по горизонтали. А на вот этом кусочке оно тоже задается тоже как сжатие и растяжение, но вот на этом кусочке оно не является линейным, потому что оно не 0 переводит в 0, а оно вот эту точку сохраняет на месте. То есть там нужно к линейному отображению еще добавить какой-то константный вектор, так, чтобы заставить вот эту точку оставаться на месте. Можно очень легко написать формулы, которыми это отображение задается, явно их написать. Но я на самом деле даже сейчас не хочу формулы. Мне важно, чтобы была понятна вот эта геометрия, понятно, как она действует чисто геометрически.
И после этого дальше можно его уже анализировать без всяких формул. Как есть ли вопросы по поводу того, как это отображение задано? Сейчас, ну, я правильно понимаю, что у нас вот точка, которая в левом нижнем углу, она всегда в левом нижнем квадратике, она, ну, квадратики вот до пересечения прямоугольников, да, а они всегда в нем будут оставаться, правильно? Нет, неправда. А они будут съезжать потому что, постепенно. Потому что, вот смотрите, давайте посмотрим, что происходит с этим квадратиком. Значит, вот у нас была... Да, собственно говоря, вот на этой картинке можно нарисовать. Значит, вот у меня был вот этот квадратик. Да? После того, как он сжался, после того, как мы сжали этот прямоугольник, он превратился вот в такой квадратик. Ну, то есть уже не квадратик, а уже прямоугольник. А, ничего не видно, что я пишу. Значит, вот у нас жил-был вот этот квадратик. Дальше под действием вот такого сжатия он превратился вот в такой квадратик. Точнее, прямоугольник. Потом под действием растяжения он растянулся вот так. И дальше вот эта штука наложилась вот сюда. То есть образом вот этого квадратика будет вот такая вот длинная узкая полоска. И неправда, что они все, и неправда, что они всегда продолжают жить здесь. Значит, давайте ответим на вопрос, для каких точек определено f квадрат. То есть для каких точек я могу применить две итерации моего отображения. Подействовать один раз, а потом подействовать еще один раз. Для тех, кто не находится посередине этих полосок, то есть мной одной итерации. Для тех, кто не находится посередине этих полосок, то есть я каждую полоску должен еще разделить вот так вот по вертикали, тоже на три части на самом деле. Да, то есть давайте эту картинку еще раз нарисую. Значит, вот у меня были такие полоски. Теперь я знаю, что каждая из этих полосок, она превращается в такую горизонтальную. И для меня вот эта зона этой горизонтальной полоски является запретной. Если я попал сюда, то я дальше уже не могу действовать моим отображением. Соответственно, дальше мне нужно как бы посмотреть, какой прообраз вот этой зоны под действием моего отображения. Ну вот, если мне нужно назад теперь взять вот эту вот полосочку, да? Эту вот горизонтальную полоску. В ней, давайте я как-нибудь обозначу, вот эти, допустим, красным цветом обозначаю эту запретную зону. И дальше действую на эту штуку обратным отображением. Наоборот, беру эту полоску, сжимаю ее по горизонтали. И вытягиваю по вертикали. Понятно, что на исходной полоске мы получаем вот такую вот выкинутую треть. Значит, это касается левой полоски. И справа на самом деле происходит все ровно то же самое. Значит, здесь тоже выкидывается вот такая треть. Значит, вот здесь в том, что заштриховано красным, отображение не определено. А в том, что заштриховано синим, отображение определено. Значит, вот эта вот синяя штука – это область определения f квадрат. Хорошо.
Но дальше, в общем, можно угадать, что будет с третьей степенью. Значит, как устроена область определения для третьей степени? Ну, там опять вырежется вот. Опять вырежется, да. В каждой из вот этих вот штук вырежется тоже такая треть. Вот. И так далее. Теперь самый интересный вопрос. А что можно сказать про вот эту штуку? Где определена произвольная степень отображения n? Вообще, существуют ли такие точки? Углы? Углы, это правда. А кроме углов есть чего-нибудь еще? Углы — неподвижные точки, и понятно, что если мы в них стартуем, то мы в них и живем до бесконечности. Ну, по идее, еще правый и левый край. Правый и левый край, хорошо. С правым и левым краем тоже все понятно. По всей видимости, еще вот эти вот края, которые внутренние. Края, так. Хорошо, а что-нибудь еще? А, возможно, все края у этого фрактала? Угу. Да, а не знакомо ли вам такое множество, кстати? Вот такая вот конструкция, когда мы выкидываем третье. Ничего мне не напоминает, никто мне рассказывал такое. Да, это было на матанализе. Должно было быть, да, обычно бывает. Вот. На самом деле, тут возникает штука, которая называется кантеровым множеством. Значит, вот если мы... Значит, называется кантерово совершенное множество. Оно строится так. Мы берем отрезок, выкидываем из нее треть в серединке, получаем два отрезка. Дальше мы... Ну, вот давайте считать так, что вот у меня есть такая последовательность отрезков. У меня есть отрезок, допустим, и 0. Дальше у меня есть... Ну, не отрезок, а последовательность множеств. Дальше у меня есть и 1, это я из и 0 выкинул треть. Получил вот такую штуку. Дальше у меня есть и 2, это я из каждого из отрезочков, составляющих и 1, выкинул треть в серединке. И так далее. Значит, и кантерово совершенное множество – это пересечение всех этих отрезков. То есть это те точки, которые не будут выкинуты никогда под действием такой процедуры. И на самом деле мое отображение подковы, да, и нет, я не сказал, что то отображение, которое мы сейчас строим, называется подковой Смейла. Вот оказывается, что мое отображение F, у него будут все итерации положительные, будут определены на таком множестве, которое устроено так. Значит, это Fn от xy определено на кантеровом множестве умножить на 0,1 для всех n натуральных. Все положительные итерации определены на этом множестве. Давайте, кстати, попробуем как-нибудь охарактеризовать это множество. Как можно было бы описать все точки, которые этому множеству принадлежат? Задать последовательностью дробей вторичных, достичных дробей вторичных исчислений. Да, действительно. Значит, дело в том, что если мы перейдем в вторичную систему исчисления, да, то у нас будет такая штука. Вот у нас отрезок от 0 до 1. Если мы рисуем картинку вторичной системы исчисления, то здесь будет, вот эта точка будет 0,1, а вот эта точка будет 0,2. И когда мы выкидываем вот эту среднюю часть, это означает, что мы выкинули те точки, которые устроены так. Они начинаются с 0,1, а дальше в них что-то написано. Дальше в них идут еще какие-то цифры. Вот, значит, вот все вот эти вот
весь вот этот вот интервальчик, он устроен так. 0,1, а дальше что-то. И мы именно его мы и выкидываем. При этом надо сказать, что вот про саму точку 0,1 можно сказать, что в ней нет, в ее записи нет единицы. Можно сказать, что вот эта точка 0,1, она на самом деле является вот такой точкой. 0, 0, а дальше все двойки. Поэтому мы выкидываем только вот эту вот среднюю часть, а саму точку 0,1 оставляем. А потом то же самое делаем с каждой из этих третей. И здесь получается такая же история. Значит, здесь, допустим, вот эта вот точечка, это точка 0, 0, 1. А вот эта точка, это точка 0, 0, 0, 2. А, например, вот эта точка, это точка 0, 2, 1, а вот эта точка, это точка 0, 2, 2. И мы всякий раз выкидываем. Значит, здесь мы выкинули вот эту штуку, тут мы выкинем вот эту, вот эти вот третьи. То есть в данном случае, например, на втором шаге мы выкинем все точки, которые устроены так. 0, 0, 1, а дальше звездочка. Или 0, 2, 1, а дальше звездочка. Звездочка означает что угодно. Таким образом, k – это на самом деле просто множество точек из 0,1, у которых есть троичная запись, не имеющая единиц. То есть если я могу записать число в виде троичной дроби, не используя ни разу единицу, то это число принадлежит моему множеству k. И в частности, из этого следует, что во множестве k точек довольно много. Их там несчетное число, их там континуум. Их там столько же, сколько точек на отрезке, в некотором смысле. В том смысле, что можно сделать взаимооднозначное отображение. Вот. Ну и вот получается, что здесь это самое контурное множество естественным образом возникает. Ну, хорошо, но я обещал, на самом деле, не просто отображение какое-то, а я обещал отображение, которое было бы обратимо. Поэтому давайте теперь посмотрим не только на положительные итерации f, но и на отрицательные. То есть я хочу взять обратное отображение. Рассмотрим теперь... f минус первый. Значит, как устроено f минус первый? Оно определено наоборот, на объединение вот этих вот двух горизонтальных полос. И действует оно наоборот. Значит, наше отображение f, оно по вертикали сжимала, по горизонтали растягивала, обратное отображение будет наоборот. По горизонтали сжимать, по вертикали растягивать. Значит, и вопрос, который я задаю, такой. Где определены все итерации f минус первый? На контурном множестве горизонталей. Угу. То есть вот такая штука. Ну, понятно, да. На самом деле картинка абсолютно симметрична. Все, что здесь происходит с вертикалями, для обратного отображения будет, наоборот, происходить с горизонталями. Здесь будет возникать, опять же, у нас есть вот эта запрещенная область. Под действием нашего отображения, значит, у нас вот эта вот горизонтальная полоска будет вот так вот сжиматься. И это означает, что да, она будет вот так сжиматься, а вот так она будет растягиваться. Поэтому прообразом вот этой вот горизонтальной полоски под действием обратного отображения будут просто вот такие вот горизонтальные полоски.
И дальше возникает такое же контрмножество, только теперь это будет контрмножество, которое устроено так. Значит, по x будет 0,1, а по y контрмножество. Вот. Соответственно, теперь вопрос такой. Хорошо, а где определены вообще все итерации f? И положительные, и отрицательные. Значит, как устроено такое множество, что определены все f в степени n x, y, где n принадлежит z? Значит, ну, если положительные итерации определены вот на таком множестве, Кантор умножить на 0,1. Отрицательные итерации определены на вот таком множестве. 0,1 умножить на Кантор. То где определены все итерации? Как устроено множество, для которого, на котором наше отображение действует взаимно однозначно? Ну, надо просто пересечь эти две картинки. Что получится в пересечении? Ну, сеточка такая. Угу, да. Ну, формально это просто декартово произведение двух контровых множеств. Мы разрешаем горизонтальным координатам принадлежать контровому множеству, вертикальным координатам принадлежать контровому множеству. Получается декартово произведение двух контуров. И это такая супермелкая сеточка, потому что в ней будут, ну, как бы, вот у меня был изначально квадрат, я из него должен вырезать вот эти вот четыре квадратика поменьше. Теперь в каждом из них я должен вырезать 4 квадратика вот таких вот. В каждом из них я снова должен вырезать по квадратику и так далее. То есть получается такая супермелкая сеточка. Вот, трудно ее дальше нарисовать. Вот. Она действительно фрактальная, у нее там Хоздорф размерность, можно посчитать все, что хотите. Вот Хоздорф размерность, где-то меньше двойки, может даже и меньше единицы, наверное, даже меньше единицы. Вот. Ну, в общем, короче говоря, такое маленькое множество. И вот на этом множестве, но тем не менее, несмотря на то, что оно маленькое, в нем уйму точек, потому что точек в нем столько же, ну как, точек в нем континуум. Столько же, сколько в отрезке или в квадрате с точки зрения там, биекций. Вот. И давайте посмотрим теперь, как действует f на вот этом самом отображении k на k. Значит, ну, во-первых, я хочу сказать, что в какой-то мере мы победили, потому что, ну, по крайней мере, если мы смиримся с тем фактом, что у нас все итерации определены вот на таком вот не слишком широком множестве, тем не менее, если спросить, является ли ограничение f на вот это вот множество k на k, является ли оно хаотическим, ответ да, является. Почему? Ну вот давайте посмотрим, что будет происходить с близкими точками. Если мы возьмем вот две какие-то, абы какие точки. Ну, окей. Тут, опять же, не то, что прям со всеми близкими точками, но если мы возьмем две так, случайно выбранные близкие точки и будем действовать на них нашим отображением, что будет происходить? Значит, вот я взял две точки здесь. Подействовал на них нашим f. Что с ними произошло? А под близким мы считаем обычное расстояние. Обычное расстояние, да. Ну, можно просто считать, что это обычное расстояние на исходной плоскости. Ну, две точки принадлежат контурному множеству, но расстояние между ними можно считать как обычное.
Значит, что можно сказать про расстояние между ними, что с ним происходит? Значит, ну, на самом деле, заметьте, что у нас наше отображение, оно, по крайней мере, в одном направлении, оно растягивает. Это означает, что если у нас здесь были две близкие точки, их образы окажутся, ну вот окажутся какими-нибудь вот такими, например. А, сейчас, нет, это я неправильно нарисовал, вот так нужно нарисовать. Значит, по крайней мере, вот x-овая координата у них увеличится в 3 раза. И если они здесь были близки по этой x-овой координате, но не совпадали по ней, то под действием одной итерации отображения эта x-овая координата у обоих точек увеличится в 3 раза. И как бы если смотреть только на расстояние по этой x-овой координате, оно тоже увеличится в 3 раза. И, в общем, понятно, что если у меня эти две точки не лежали на одной вертикали, то когда я действую на него несколькими итерациями нашего отображения, если я могу это сделать, то каждый раз у меня расстояние, если считать это расстояние только по горизонтали, у меня увеличивается в 3 раза. По крайней мере, до тех пор, пока они достаточно близки. Вот. То есть, в принципе, видно, что вот та динамика, которая у нас здесь возникает, это хаотическая динамика. Вот. Но давайте еще посмотрим, какими еще свойствами наше отображение обладает. Для этого мне будет полезно написать явно, как действует отображение F на вот этом кантровом квадрате. Давайте я скажу, что вот у меня есть x, и это число вот такое, и это все в троичной системе счисления. И y тоже вот такая штука. И давайте считать, что у меня x, y принадлежит нашему квадрату. Ой. То есть это означает, что у нас не встречаются единицы в этой системе. Вопрос. Как устроена f от x, y? Ну, нам нужно в первый раз посмотреть на первую координату после нуля. На первую координату после нуля? Ну, смотрите, да. Давайте посмотрим, что вообще все это означает. Во-первых, ну, давайте посмотрим. Вот у нас... Значит, что у нас происходит, например, с x-овой координатой наших точек. Вот мы жили мы вот тут. Или мы жили вот тут. Давайте посмотрим, что происходит под действием нашего отображения с x-овой координатой. Ну вот, допустим, мы жили вот здесь. Да, то есть что это означает? Вот эти вот точечки, это точки, которые устроены так. У них x-овая координата выглядит так. 0,0, а дальше что-то там. Да? Вопрос. Что с ним происходит под действием нашего отображения? Давайте смотреть только на x-овую координату для начала. Те, которые были 0,00, остались в этой полоске, а те, которые были 0,02, переехали. Переехали сюда, да, это правда. Ну вот смотрите, у нас на самом деле главное, как действует наше отображение, вот вообще... Как действует наше отображение на x-овую составляющую? Вот у нас это отображение, оно состоит из двух составляющих.
Во-первых, мы сжимаемся по вертикали, но вот эта часть нас сейчас не очень интересует. Меня сейчас интересует, что происходит по горизонтали. Умножение в три раза. Умножение в три раза. Причем, смотрите, значит, вот с левой полоской это просто честное умножение в три раза. Да? Это чему соответствует в троичной записи? Сдвиганию на один бит. Да, просто сдвинулись на один бит. А с правой полоской что происходит? Ну, у нас сначала как бы вычли единицу, то есть, не знаю, конверсия, а потом сдвинулся. Угу. Да, можно сказать так, что мы сначала вычли единицу, потом умножились в три раза, а потом снова прибавили единицу. На самом деле, если внимательно посмотреть, то давайте посмотрим. Вот эта штука куда переходит? Левая граница нашего квадратика. Ну, влево. Она переходит просто вот сюда. То есть, смотрите, что получается. Значит, вот, допустим, у меня здесь была какая-то точечка, которая была устроена так. Значит, это было 0, 2, а дальше вот что-то. Да? Значит, что с ней произойдет под действием моего отображения? Ну, это двойка пропадет. То есть, по сути, тоже сдвинулись на один. Да, на самом деле произойдет ровно то же самое, что и с вот этими точечками. А именно, значит, мы сдвинемся на один бит влево и выкинем вот эту двойку. Ну, почему это так? Потому что вот все, что идет после вот этой двойки, это просто расстояние вот отсюда до вот этого числа 2 трети. Правильно? Все вот это вот. А с другой стороны, что здесь происходит? Вот это вот число переходит вот сюда, то есть как бы в ноль. А вот это вот расстояние увеличивается в три раза. Увеличить в три раза это расстояние, это все равно, что вот эту вот часть сдвинуть на одну позицию влево. А сдвинуться, значит, а с другой стороны, то есть можно было бы сказать так, можно было бы сказать, что давайте мы просто возьмем вот все вот эти вот числа. Если мы их умножим в три раза, то у нас вот эта вот штука, она перейдет в просто число 2. Да? А потом мы просто это самое число 2 вычтем. Вычесть число 2 – это как раз выкинуть вот эту вот двойку из целой части. Короче говоря, я хочу сказать, что под действием нашего отображения иксовая координата, с иксовой координатой происходит очень простая вещь. А именно… Это просто сдвиг на одну позицию влево. Вот, а теперь самое интересное. А что происходит с y-овой координатой? Но в первую полоску мы ее просто сжали в три раза. Угу. То есть мы как бы добавили, не знаю, это ноль еще. Угу. Да. Значит, у нас есть вот эта, значит, у нас есть вот эта полоска. Значит, в результате действия нашего отображения y-ковая координата просто уменьшается в три раза, и мы оказываемся вот здесь, вот по y. То есть это означает, что у нас первая значащая цифра – это просто 0. Что происходит со второй полоской, с вот этой штукой? Ну, там то же самое, только первое – это 2. Да, туда, опять же, в результате вот этого, в результате сжатия по вертикали происходит тоже сдвиг вправо,
Но теперь на первую позицию мы выписываем двойку, потому что мы находимся, потому что у нас теперь вертикальная координата, она живет вот тут. И это как раз те точки, у которых, которые начинаются с 0, 2, а дальше что-то там. Вопрос. А как понять, в какой полоске мы находимся? Куда нужно посмотреть? На первый бит по иксу. На первый бит по иксу, совершенно верно. Итак, давайте посмотрим, что здесь получается. То есть там на первое место просто встает первый бит по иксу. Первый бит по иксу, да. Ровно тот самый, который мы потеряли, когда сдвигали все вот это вот влево на одну единицу. Мы здесь потеряли x1, мы забыли, чему он равен. Но на самом деле наше отображение взаимно однозначное. И на самом деле, несмотря на то, что мы по x забыли, чему равняется x1, мы этот x1 на самом деле записали в образ нашей точки, записали его в y-ковую координату. Значит, получается вот такая штука. 0, x1, а дальше y1, y2 и так далее. Вот. Вот такое отображение. Я, когда впервые это увидел, был под большим впечатлением. Значит, мне это никто не рассказывал, а мне мой научный руководитель Юрий Сергеевич Ильяшенко, когда я к нему пришел и сказал, что я бы хотел, чтобы он был моим научным руководителем, он дал список задач. И одна из задач состояла в том, чтобы восстановить вот все то, что мы сейчас с вами обсудили, для отображения подковы. И когда я увидел вот эту вот процедуру, как все это работает, как работает этот вот перенос бита из X в Y, я был просто под очень большим впечатлением. Мне очень понравилось, что можно сделать такую штуку, и можно ее сделать именно в виде каких-то вот отображений. Вот. Но... То есть, на самом деле, у нас будет иметь значение шум, который в X. Шум, который в Y, он еще дальше запрячется. Да, это правда, это правда. То есть, на самом деле, у нас, ну вот то определение хаотической системы, которое я написал изначально, оно все-таки было слишком строгим, потому что вот такое отображение, оно, если у меня есть две точки, которые близки, но при этом имеют одну и ту же иксовую координату, то наше отображение их так и будет гонять. Иксовая координата у нас будет так у них одинаково. То есть они не будут разбегаться. Но с практической точки зрения это не очень важно, потому что ситуация, когда вы выбрали две стартовые точки, у которых разница только в одной координате, а в другой координате они полностью совпадают, в общем, такая ситуация с практической точки зрения невозможна. У вас с практической точки зрения есть шум по каждой координате. Вот. И действительно, по горизонтальной координате этот шум увеличивается, а по вертикальной координате он, наоборот, уменьшается. Вот, это правда. Вот. Значит, вот то отображение, которое мы построили, оно, как я уже говорил, называется подковой Смейла. Ну, точнее, на самом деле, у Смейла было немножко другое отображение. Вот если сейчас посмотреть, что мы построили отображение из полоски в полоску, но, в принципе, его можно представить себе, что мы сделали такую вещь. Мы взяли наш исходный квадрат, потом мы его... Что мы там делали? Мы по вертикали сжимали, по горизонтали растягивали. Да? Потом мы его вот так вот растянули, а потом мы его скрутили в виде скрепки и наложили сам на себя. Так, сейчас, что я не очень хорошо скрепки рисую. Давайте я нарисую квадратик. Значит, вот у меня это сжали. Сейчас, потому что я не в ту сторону скрепку кладу. Значит, вот здесь вот у меня есть серединка. Вот эта серединка, она не будет захватывать наш квадратик после того, как я сожму это дело в виде скрепки. Значит, вот эта часть попадает в точности сюда. Дальше у меня возникает
Вот такая вот штука. Значит, вся вот эта вот часть, это моя красненькая часть. Я ее как-то там согну. Вот. А, соответственно, вот эта вот часть, это вот эта часть. Так, нет, что-то я не то нарисовал. Сейчас красный, может, выше, наверное. Да. Я не... Сейчас. Вот так должно выглядеть. Значит, вот у меня красная часть. А вот две синих. Вот. Ну и на самом деле теперь это уже отображение заданное на всем квадрате. Но единственное, что оно вот эти вот точки отображает куда-то вне нашего квадрата. То есть, в принципе, можно было бы считать, что у меня есть какая-то большая область определения, чем этот квадрат, и как-то ее вот так вот задавать. Ну, у такого отображения есть некоторые свои проблемы. А отображение, которое было у Смейла, это была непосредственно подкова, а именно оно было устроено так. Мы берем квадрат, его тоже вот так вот растягиваем, а потом изгибаем в виде подковы. И кладем эту подкову на наш исходный квадрат. Значит, была вот такая вот картинка. Ну, на самом деле, с точки зрения формул, получится все то же самое. Единственное, что один из наших прямоугольников окажется перевернут. То есть разница между вот этими двумя отображениями в том, как положен вот этот вот прямоугольник. Здесь он оказывается перевернут относительно исходной картинки. То есть, значит, если у меня... Если я нарисую стрелочку вот здесь, вот такую вот, то под действием отображения, которое мы построили, эти стрелочки так и останутся горизонтальными. А под действием отображения подковы, если у меня здесь была стрелочка, да, то здесь она превращается вот в такую вот штуку. И тут будет вот в эту сторону эта стрелочка направлена, а здесь вот в эту. И ну, там возникает какое-то переворачивание икса, то есть там где-то нужно вместо... Не просто утроить, а утроить еще там вычесть из единицы его. То есть в таком стиле. Вот. Поэтому мне проще формулами писать вот это отображение, я пишу его. Но с точки зрения динамики, динамические свойства такие же, как у отображения подковы, которое было у Смейла. Вот. Ну, давайте еще немножко поговорим про динамические свойства этого отображения нашего. Давайте задам такой вопрос. Значит, вот смотрите. Мы уже выяснили, что, например, неподвижные точки отображения Пуанкаре соответствуют замкнутым траекториям. А вот скажите, если бы у меня... Давайте я вернусь к отображению Пуанкаре. Да, и давайте представим себе, что у меня есть какая-то точка, ну вот в случае с картинками на двумерной поверхности такого не бывает, но давайте вернемся вот сюда, вот в трехмерный пример. Вот давайте представим себе, что у меня есть какая-то точка, пусть есть какая-то точка Z со звездочкой, для которой верно вот такое утверждение. P от Z. Равняется z. То есть, иными словами, p квадрат от z равняется z. Как говорят, это точка периода 2. Что можно сказать про соответствующее дифференциальное уравнение, про его траектории? Чему соответствует... Вот такие вот точки периода 2 для отображения Пуанкаре, если мы вернемся
будем рассматривать траектории дифференциального уравнения. Это какие-то, то ли, я не знаю, как это назвать, что-то вроде такой завивающейся, не знаю, странным образом завивающейся спирали. Ну, не спирали, точнее, ну да, смотрите, значит, вот у меня была какая-то точка Z со звездочкой. Двойной петлей. Двойная петля, да. Значит, была какая-то точка Z со звездочкой. Вот мы взяли, отобразились в P от Z со звездочкой и не замкнулись, потому что нам никто не сказал, что P от Z со звездочкой равняется Z со звездочкой. Но если мы теперь на эту штуку снова подействуем отображением Пуанкаре, то вот под действием второй итерации мы должны перейти все-таки снова в Z со звездочкой. То есть возникает траектория, которая тоже является замкнутой, но она просто, ну, с точки зрения дифференциального уравнения, на самом деле нет большой разницы между такой вот такой замкнутой траекторией и вот такой замкнутой траекторией. И та, и та, это просто замкнутая траектория, она соответствует периодическому решению. Значит, почему я сказал, что такого не может быть в случае с размерности 2? Ну, потому что видно, что для того, чтобы нарисовать вот такую вот замкнутую траекторию с периодом 2, мне пришлось пересечь на плоскости эти две кривые. Но понятно, что в трехмерном пространстве они прекрасным образом разойдутся, а на плоскости они не смогут разойтись, на плоскости они будут вынуждены пересечься. Вот. Но в трехмерном пространстве вполне возможно вот такие вот замкнутые кривые, ну, которые пересекают вот эту площадку не в одной точке, а в двух точках. Ну и ладно. Но это все равно будет какая-то замкнутая траектория. Все равно ей будет соответствовать какое-то периодическое решение. Просто период вот этого периодического решения, он будет больше, чем период вот этой штуки. Но такое вполне бывает и может быть. Вот. Теперь смотрите. Значит, давайте я задам такой вопрос. Вот как вы думаете? Вот смотрите, вот пусть у меня есть какая-нибудь картинка, вот похожая на такую. Даже вот скорее вот на такую. Вопрос. Как много предельных циклов, ну вот как много устойчивых предельных циклов здесь может быть? Или наоборот, неустойчивых предельных циклов? Каких-нибудь предельных циклов? Много ли можно их создать? Ну вот, допустим, в какой-то ограниченной области. Ну, на самом деле много, потому что мы можем сделать так, чтобы у отображения Пуанкаре было много неподвижных точек. Но тогда они будут все накапливаться вот сюда, вот куда-то вот к особой точке. И здесь может, ну, на самом деле, такая картинка не будет структурно устойчивой, если я немножко ее пошевелю, то у меня останется только конечное число предельных циклов. То есть, в принципе, в дифференциальных уравнениях на плоскости не бывает бесконечного количества предельных циклов. По крайней мере, там в типичном случае. В структурно устойчивых, да? В структурно устойчивых, да. Ну, просто потому, что структурная устойчивость требует, чтобы особые точки, чтобы неподвижные точки отображения Пуанкаре были бы изолированы друг от друга. Если у вас возникает какая-то точка, в которой они накапливаются, то это означает, что у нас картинка устроена как-то вот так вот. Какая-то вот такая вот штука. И вот здесь вот будет бесконечно много точек пересечения. И вот эта вот картинка, она разрушается малым шевелением. Вот. Давайте теперь вернемся к нашему отображению подковы. И я задам такой вопрос. Значит, каковы
периодические точки нашего отображения F. То есть такие точки, что существует какая-то степень n, что n-ная итерация f, под действием n-ной итерации f, xy переходит в xy. Значит, много ли этих самых периодических точек бывает? Значит, отображение задано вот таким образом. Вопрос, какие у него есть периодические точки? Ну, давайте начнем с такого. Давайте, может быть, начнем с более простого вопроса. Допустим, какие неподвижные точки здесь есть? Неподвижные, когда все x это равны всем y. Все x это равны всем y. Ну и равны между собой. И равны между собой. Да. И какие это? Там все нули. 0, все нули, 0, все единицы, 0, все двойки. Да, но все единицы запрещены, потому что мы хотим, чтобы... Ну вот мы сейчас будем рассматривать именно отображение f, ограниченное на наше произведение двух контурных множеств. Это нули и двойки. Да, значит, 0,000 и так далее, это, попросту говоря, точка 0,0. И второе, это вот такая вот штука. Это, попросту говоря, точка 1,1. Ничего другого нету. Потому что если бы у меня бы хоть где-то появилось бы, например, значит, если у меня есть хоть какие-то отличающиеся 2 бита под действием нашего отображения, когда я сделаю сдвиг, то они будут отличаться уже в другом месте, это будет другое число. Хорошо, а давайте я тогда задам такой вопрос. А какие неподвижные точки есть у f квадрат? Ну, например, если x и y, они чередующиеся, угу. Там, например, был 0,1, и они переехали, и тоже там добавили 0,1 в y. Да, значит, только единицы запрещены? Ну, да, да. Да, и поэтому у нас должно быть что-то вот в таком роде. Значит, например, 0,2, 0,2 и так далее. А y должен как выглядеть тогда? 2,0 и так далее. Вот. Ну, собственно говоря, проще всего на такие вопросы отвечать таким образом. Можно пару xy представить в виде такой двусторонней последовательности. Вот у меня здесь будет x1, x2 и так далее. Вправо они идут. А влево будут идти y. Вот так вот. И тогда вот на этой двусторонней последовательности, да, еще здесь отмечено начало. Тогда вот на этой двусторонней последовательности наше отображение действует просто сдвигом. И так, сейчас только так ли я это нарисовал? В ту ли сторону происходит сдвиг? Ну да, в ту. И x записывается в y. Вот. И теперь видно, что, например, периодические точки нашего отображения это просто периодические точки, периодические последовательности. Вот такие вот. В частности, например, вот эта вот штука, это периодическая последовательность, которая устроена вот так. 0,2, 0,2. И слева она тоже. Здесь будет 2, здесь будет 0, здесь будет 2, здесь будет 0. Вот. Хорошо, а все-таки теперь, а если я задам вопрос про все периодические точки отображения f? Сколько их будет?
Значит, вот видно, что периодических точек периода 2, ну, как бы, есть, во-первых, неподвижные точки, а во-вторых, есть еще вот добавились... Кстати, сколько еще периодических точек добавилось? Вот есть вот такая точка, а какая еще есть? Две, которые... Есть еще точка наоборот, 2.0, 2.0. Которая наоборот, да, вот такая вот есть точка. Да, значит, добавилось две. Вот, хорошо. А если теперь меня интересует, например, как устроены периодические точки периода 3? Сколько? Там их уже 8 выйдет. Угу. Ну да, потому что на самом деле перенумеровать все такие периодические точки — это все равно, что перенумеровать все периоды. Да, то есть я могу просто взять, зафиксировать 3 бита. Как угодно здесь написать нолики и двойки. И после этого распространить этот период и по x, и по y. Поэтому их здесь будет 8 штук. Ну, понятно, что они будут включать в себя и вот эти тоже, и неподвижные. Но если я спрашиваю просто про периодические точки периода 3, не обязательно периода ровно 3. Может быть, периода 3, так сказать, и меньше. Вот. Понятно, что периодическая точка периода там 1 является также периодической точкой периода 2. Вот. То понятно, что их будет 8 штук. Таким образом, если я спрашиваю вообще про периодические точки, то сколько их будет? 2n. Значит, для периодических точек периода n их будет 2 в степени n, да, а всего периодических точек любых периодов? Бесконечно. Бесконечно. А счетно или континуум? Счетно. Счетно, да. Ну, потому что нам нужно, как бы, у нас любая периодическая точка — это, ну, потому что у нас конечное число периодических точек для каждого конечного периода. Объединение, счетное объединение конечных множеств — это счетное множество. Вот, да, но тем не менее их здесь уйма. Их здесь бесконечно много. Значит, у отображения Подкова бесконечно много периодических точек. Ну, они, эти периодические точки, они не то чтобы притягивают, но они, по крайней мере, по одному направлению притягивают, а по другому отталкивают. То есть это не то, что у нас есть такое тождественное отображение, у которого все точки периодические. Это как раз был бы неинтересный случай. А у нас есть бесконечно много периодических точек с нетривиальными производными. И это принципиально отличает вот ту динамику, которую мы сейчас здесь наблюдаем с отображением Подкова, принципиально отличает от той динамики, которая была раньше, которую мы там наблюдали в дифференциальных уравнениях в размерности 2, с фазным пространством в размерности 2. Там ничего такого быть не может, а здесь может. Ну, на самом деле, тут, конечно, надо было бы еще сказать, что отображение Подкова замечательно тем, что мы не просто вот его так построили каким-то искусственным образом и получили какое-то отображение с удивительными свойствами. Оно замечательно тем, что оно структурно устойчиво. То есть если я немножко пошевелю отображение Подкова, то оно по-прежнему будет обладать всеми теми же самыми свойствами, которые мы сейчас обнаружили. Оно по-прежнему будет растягивать какие-то маленькие расстояния, по крайней мере, в одном направлении. У него будет бесконечно много периодических точек. Ну и всякими разными другими чудесными свойствами оно тоже будет обладать. Вот. И когда Смаил эту самую Подкову придумал, это было первым шагом, одним из первых шагов в такой революции в теории динамических систем. Вот. Ну хорошо. В следующий раз мы все-таки попробуем построить дифференциальное уравнение, которое реализует эту самую Подкову. А может, я вам это как домашку дам? Ладно, я подумаю, как это лучше сделать. Вот. Но на сегодня вроде бы все. Есть ли какие-нибудь вопросы? Окей, ну все, тогда до свидания. Субтитры